Спонсоры программы – микрокредитная компания «Дом денег». Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить «Дом денег» поможет. Единый центр страхования «ОСАГО», Амурская, 229, телефон 58 15 87. Благовещенский, на Театральной 348, водитель иномарки «Тойота Королла Левин» пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Машина столкнулась с автомобилем «Хонда Фит», выполняющим поворот налево. В больницу доставили 24-летнюю девушку, которая была за рулем «Хонды». 22-летний водитель «Тойоты» не пострадал. А в селе Михайловка Михайловского района неустановленный автомобиль сбил 50-летнюю женщину, которая шла по обочине. Пострадавшую доставили в больницу, сообщает Амурская госавтоинспекция. Это программа «Свой патруль». Мы рассказываем о происшествиях и о ситуации на дорогах города и области. Всем здравствуйте. Ночью 27 апреля экипаж вневедомственной охраны Благовещенского филиала Нацгвардии России по Амурской области в гаражном массиве в районе улиц Воронкова-Кантемирова услышали шум работающего инструмента и скрежет металла. Полицейские решили проверить источник шума. Возле одного из гаражей полицейские увидели двоих молодых людей с болгаркой и ножовкой по металлу. Рядом стоял японский автомобиль с включенным электрогенератором. Гараж уже успели вскрыть. Увидев патрульный автомобиль, молодые люди попытались скрыться, но были задержаны. Задержанные 30 и 32 лет признались в совершенном преступлении. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба отдела Росгвардии по Амурской области. Жителя Китая поймали на Благовещенской таможне при попытке незаконно вывести большую сумму денег. В сумке у иностранца оказались и рубли, и валюта его государства. Путешественника привлекут к административной ответственности. Гражданин Китая пытался пронести через таможню 1 миллион 100 тысяч рублей и 7,5 тысяч юаней, что эквивалентно более чем 20 тысячам долларов США. Эти деньги он не указал в декларации, в то время как это необходимо делать, когда общая сумма превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов. Возбуждено дело по статье 16.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств или денежных инструментов, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни. И о ситуации на дорогах. ДТП с одним участником случилось на дороге Екатеринославка-Тамбовка. По сообщению очевидцев, иномарка Toyota Mark II Samurai слетела с проезжей части в канаву. Автомобиль получил повреждения передней части. Очевидцы сообщают, что в ДТП обошлось без пострадавших. Фото с места происшествия опубликовано сообществом «Благ ДТП». Разыскиваются свидетели аварии. Информацию или записи с видеорегистраторов ждут по номеру 8-963-806-96-00. В районе пересечения улиц Загородной и Амурской столкнулись Nissan Skyline и Toyota Mark II. Оба транспортных средства двигались по Амурской. Водитель Skyline притормозил, чтобы повернуть направо, а водитель Марка не успел среагировать и ударил Skyline в заднюю часть. В результате столкновения у авто значительные повреждения. Люди не пострадали. На улице Зейской в ДТП попали сразу 4 автомобиля. Nissan March и Toyota Corona двигались по Зейской в сторону 50-летия октября. Водитель Марча притормозил, а водитель Короны не успел среагировать и ударил Марча в заднюю часть. От удара Nissan March выехал на стоянку и столкнулся с припаркованной Toyota Bravis. Та, в свою очередь, задела Daihatsu Terios. Повреждения получили только автомобили. Обошлось без пострадавших. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда можете посмотреть на портале sn24.ru. На сегодня это все. Берегите себя. Продолжение следует...
Проблемы с финансами пусть не тревожат. Вам их решить Дом денег поможет. Хорошие деньги для хороших людей. Дом денег. Быстрые займы на любые цели. Улица Калинина, 127. Улица Лазо, 64. Улица Институтская, 3. Улица Амурская, 125 и 168. Телефон 57-48. Единый центр страхования ОСАГО приглашает автовладельцев оформить полис ОСАГО по государственным тарифам за полчаса и без очереди. Амурская, 229. Телефон 8-914-558-15-87.